Ну что, вы готовы вызвать пожарных? Один, два... Пожарные! Добро пожаловать! Ух ты! Дети, я пожарный, и сегодня я проведу для вас урок. Здорово! Так, ну что ж, давайте начнем экскурсию по пожарной части. Да! Я объявляю о начале нашего урока. Мы все пожарные! Мы все пожарные! Модные шлемы у нас! Да! Да! Тра-та-та-та! Та-та-та! Высший класс! Да! Нужно вытащить защитную чеку. Нужно чеку нам вынуть! Вынуть! О! Продолжаем. Нажимайте на ручку. Ручку! Не жалейте сил. Вот так, да? Чтобы пожар утих. Ого! Вот так. Да-да-да-да, ну вот и все. Хорошо, а теперь учение по эвакуации. Рот и нос прикройте. Срочно! Осторожно, к выходу. Друг за другом не спешим. От пожара убежим. А до него защитим всех! Если рядом пожар начинается, нужно сразу на помощь позвать. Команда пожарных к вам направляется. Да-да-да-да, да, чтоб от огня спасать. Ух ты! Пожарная машина! Хотите ее осмотреть? Да, 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 хотим! Конечно! Хорошо! Я с любым пожаром справиться сумею! Да! Осторожно и безопасно! Дайте срочно нам проехать, времени мало! Пожарная машина уже в пути! Если рядом пожар начинается, нужно сразу на помощь позвать! Команда пожарных к вам направляется! Да-да-да-да, да, чтоб от огня спасать! Да! Дети, вам понравилось в пожарной части? Это было здорово! Это было весело! Помните, что с огнем нужно быть осторожными. Если случится пожар, вы сможете применить полученные навыки? Да! Хорошо! Пожарные такие классные!